Правительство пересмотрит прогнозы по инфляции в сторону ухудшения. По ожиданиям чиновников, цены на товары в ближайшее время будут только повышаться. А причиной тому послужили внешние факторы. Впрочем, уже сейчас стоимость товаров растет значительно быстрее, чем за такой же период прошлого года. Только за февраль инфляция в стране ускорилась с 8,5% до 8,7%. Основной вклад внесли уже традиционно цены на продукты. Они, по официальным данным, подорожали на 10%. Существенную роль сыграло подорожание круп, овощей, молочных, хлебобулочных изделий. Окончательные прогнозы по инфляции в этом году представят до конца недели. При этом еще осенью президент поручил правительству и Нацбанку вернуть ее в коридор 4-6%. Но с учетом нынешних реалий задача эта практически невыполнима. В условиях ухудшения геополитической ситуации и реализации внешних рисков прогнозы по инфляции пересматриваются в сторону повышения. Существенно повысился риск формирования инфляции выше целевого коридора в 2022-2023 годах. Глобальная инфляция из-за роста цен на энергоносители, металлы и сельхозпродукцию останется на высоких значениях дольше, чем предполагалось, оказывая давление на внутренние цены.